команда на утренней зарядке. Вообще всех собрать и потренироваться. Но в каждую страну, которую буду приезжать, будем проводить с национальной сборной тренировки. И мы ведем вообще на каждых турнирах, в день открытия будем проводить вообще общую тренировку, когда у нас сейчас послабление будет по связи с пандемией. И задача, чтобы каждый руководитель национальный также занимался боксом с боксерами. Они должны понимать, что вы хотите и что вам надо сделать, чтобы создать условия, чтобы все было хорошо и создать удобство спортсменам. Если руководитель не знает, что такое бокс вообще, как заниматься боксом, то я не вижу смысла этого руководителя. Так что судьбу АИБА, судьбу бокса мы будем с вами, спортсменами, решать. Вместе мы сделаем АИБА заново великой. Это даже не обсуждается. Сейчас, чтобы никто не замерз, не заболел, я приношу вообще извинения, что мы вот погода холодная, всех собрали, да? Но хотелось вас увидеть, и я вам привез от себя лично подарить перчатки, шлема, чтобы каким-то образом чуть участвовать в создании условий боксерам. И хотел бы ко всем вам обратиться, если где-то что-то, нужна вам помощь, либо еще что-то, это касаемо и тренеры, и боксеры, вы можете напрямую ко мне обращаться, я лично в любой стране лично буду помогать, если вы попали в какую-то затруднительную ситуацию. Все, я вас поздравляю сегодня, подсказку, праздник.